Режиссер спектакля Есмухан Обаев, автор пьесы «Исраил Сапарбай». Произведение описывает судьбу и любовь главного героя. Прозвучавшие песни в спектакле занимают определенное место в сердце каждого казахстанца. Интересно и то, что отобранному актерскому составу уже 20 лет, и он до сих пор остался неизменным. История двух влюбленных, чьи сердца зажглись в пламени любви. По сюжету главный герой отправился в цыганский табор, место, наполненное духом кочевого народа. При этом все сопровождается песней. В репертуаре театра это единственный спектакль, который полюбился многим зрителям. Роль Шамше исполняет заслуженный деятель Казахстана Бекжан Турес. А роль его возлюбленной цыганки Изольды – кавалер ордена Курмет Назгуль Карабалина. Несмотря на то, что я играю эту роль уже более 20 лет, каждый раз при выходе на сцену очень волнуюсь, говорит актриса. Если Изольда раньше была беззаботной, то сейчас она стала мудрее и спокойнее. Какой должна быть девушка, в которую влюблен такой композитор, как Шамши? Она должна быть во всем замечательной, поэтому мы стараемся быть такими. Зал полон зрителей. Знаменитые мотивы, история о величайшем композиторе собрали такую публику. Это говорит о том, что музыкальная драма полюбилась ахмолинцам. Зарина Жунисбекова, Фариза Асылбекова, Павел Соловьев, Кокша Ахпарат.